Вот смотрите, только не пишите. Рассказываю. Значит, сейчас я и зампред УНК Магомед Мамилов, он, кстати, ингуш, посетили ВВС Давидовича. Он в бодром здравии, в бодром духе, улыбается и машет, передает всем привет, спасибо за поддержку. И всем там, и всем, кто нас смотрел, и всем остальным. Значит, что он сказал? Он сказал, чтобы дословно передаю его речь. Он сказал, что я надеюсь только на президента. Потому что я как президент, я себе он конспектировал, чтобы было понятно. Я как президент говорил, боролся с коррупцией, никого не боялся, не включал никогда заднюю, верил в свою страну. Вот поэтому, говорит, я сейчас надеюсь только на президента и считаю, что только президент может мне помочь. Вот это его слова. Теперь, что касается того, за что он задержан. Оказывается, он сказал, что не по той теме он задержан и арестован, по которой там какие-то люди продавали какие-то машины, со страховой получали деньги. Это было много лет назад. Он говорит, оказывается, совсем за другое. Поймали группу каких-то негодяев, которые угоняли геленвагены по Москве. И говорит, эти негодяи сказали, что Давидыч с ними там взаимодействовал. А откуда всплыл Евкуров? Евкуров всплыл оттуда, что Давидыч, говорит, несколько лет назад там у какой-то компании был Lexus, и на Lexus'е висели номера. Lexus угнали. Компания получила выплату за этот Lexus. А потом, через сколько-то времени, та Toyota, которая взорвалась у кортежа Евкурова, на этой Тойоте оказались номера с этого Лексуса, с угнанного. Он говорит, ну я к этой компании никакого отношения не имел. И говорит, не имею отношения никакого к тем, кто угоняет там какие-то машины, еще что-то. Говорит. Наоборот, Давидович говорит, что я придумал ту тему, которая поможет, локатор, которая поможет вообще избежать угонов. То есть это вот что он сказал. Теперь, что касается побоев и всего прочего. Никто к нему силу нигде не применял, ни в ВВС, ни в СИЗО, ни в конвойных помещениях. Следы, вот здесь у него синяки, это действительно от банок. И Сергея Жорина, как адвоката, он там не просил говорить, что его били, ничего. Просто ну, Жорин сфотографировал, выложил, да и все. Он же тоже не писал, что его били. В общем, Давидыча никто не бил, силу к нему не применял, никто не угрожал. А сотрудников полиции, которые задерживали его и которые сейчас охраняют, он отзывается хорошо. Говорит, все говорит, там со мной нормально разговаривают, вежливые, говорит, некоторые там и поддерживают, говорят, что смотрят на Ютубе везде, следят и говорят, а ты, Давидыч, то есть никаких замечаний к сотрудникам полиции, которые сейчас взаимодействуют с ним, у Давидыча нет. Кормят нормально, вещи ему передали, там, ну, какие-то там трусы, носки, мыльно-рыльные, так скажем, принадлежности. Поэтому все в порядке. И он уверен, что следствие разберется. Что касается вот этих вопросов с Евкуровым, он говорит, если бы Евкуров сам ГРУшник, Евкуров герой России, этим делом занималась там ФСБ и ФСО. Он говорит, да если бы я имел какое-то к этому отношение, давно бы уже арестовали или еще чего хуже. Поэтому у него замечаний к этому нет никаких. В бодром здравии, в бодром духе, надеется на торжество справедливости, все в порядке, передает привет всем тем, кто... Насчет того, что возили туда-сюда, но следователь посчитал, что лучше ему находиться в ВВС, следователю проще будет общаться, тут крамолы никакой нет. Давидыч без обидов, без обид, без вопросов, то есть все нормально. Поэтому не переживайте, все у него хорошо, он надеется на следствие, что следствие совсем разберется. И надеется, что на его ситуацию обратит внимание президент. Вот это его слова. Все, спасибо, проинформировал вас, на связи. От СтопХама всех привет передал. От Смотри, от Новосибирска ребята писали, и Смотра, Ингушетия, и прочее. То есть всем спасибо он передает за поддержку и за волнение за него. И говорит, что вместе мы силы, вместе все будет хорошо. Все.
все, пока. А, фильм монтирует, он сказал, что фильм монтирует, потому что фильм не досняли, и он говорит, надо смонтировать все.